Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и сегодня я вам хочу рассказать о новенькой iOS 13.4 Beta 3. Что же в этой новой iOS? Здесь никаких новых нововведений опять же нет, все как всегда, поправили какие-то где-то мелкие баги, внесли какие-то изменения, и в целом система работает хорошо. Я здесь не вижу никаких-то там нареканий, чтобы за что-то можно было прицепиться, на что-то жаловаться. Haptic Touch работает хорошо, все отрабатывает, все свои функции. И как бы очень плавная система. Но единственное, что хочется всегда проверить, это зайти в аккумулятор. И мы здесь с вами всегда проверяем, после того, как прогрузится информация о батарее, есть первый подглюк, вот когда ты его проводишь, пропускаешь, видите, второй подглюк. То есть вот так вот систему можно в целом и проверить. Если здесь после первой прогрузки у вас не будет глючить, вот тогда система будет в целом отлично отрабатывать. Пока еще это глючная система. Хоть это, конечно, и бета, будет релиз, будет тогда видно. Вот. А сейчас давайте мы с вами посмотрим скорость работы. К установке, конечно, я вам пока еще не рекомендую, она еще совсем сырая. Смотрите по батарее. По батарее я под вечер выложу себе в сообщество описание, то есть как продержит вот с этого времени, со 100%, примерно с 8 часов утра будет на этот данный момент, и до там, 5-6 часов вечера. И там уже будете для себя определяться, захотите поставить, а захотите нет. Но не забывайте никогда делать резервную копию в iTunes и iCloud, чтобы потом можно было восстановить ваши данные в плохом случае. Смотрите скорость работы. Как сами видите, система работает довольно-таки хорошо, никаких фризов я не наблюдаю. Там, конечно, немного, когда мы перешли в игру, можно что-то где-то досмотреть. Но так, в целом, система хорошо себя ведет. Но, опять же, я говорю, к установке я не рекомендую, потому что батарея еще не оптимизирована. Сама по себе система не оптимизирована. Новых фишек каких-то кардинальных здесь нет. Поэтому еще сидите на релизной версии, какая бы она ни была. Бета-версия еще не для вас. B2B Delivery – это ювелирная компания, которая предоставляет нам возможность вложить депозит на серебро и золото. 338% годовых, 8% в неделю. Переходите на сайт, либо по ссылке в описании, заполняйте все ваши данные, пароль, ID менеджера, номер телефона. Затем переходите уже на свой сайт в личный кабинет, заполняете все оставшиеся данные, крепите карту, переходите в магазин, покупаете сертификат, и вы есть счастливым клиентом компании B2B Delivery. Живите в достатке. Вот так вот. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, не забывайте оставлять ваше мнение в комментариях, какой у вас iPhone, какая у вас iOS, как держит батарея, и просто оставляйте ваши комментарии, для меня это очень важно. Всем пока!